Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу по своему группу «Ламповый на Мальц». Здесь вы можете найти конкурсы, новости, слив модов, заменок и мемы. Поэтому, кого заинтересовало, ссылочка на эту группу будет в описании. Переходите, подписывайтесь, смотрите, участвуйте в конкурсе. Возможно, вы найдете что-то для себя, какую-то заменку, либо какой-то мод. Поэтому, пацаны, повторю ссылочку в описании. Переходим, смотрим и подписываемся. Желаю вам приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гия. Мы сегодня мы играем на проекте Родина Ролеплей, первый сервачок. Моник здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить моник при регистрации, потому что если введете моник и прокачаете до третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам. Поэтому из этого вводите моник при регистрации. Ну что ж, пацаны, сегодня должна была быть серия про слет домов там и так далее, но я слетал в банк Южного и ближайший дом слетает через 8 часов, как бы, и поэтому я решил пойти в казино. Ну почему бы нет, пацаны, почему бы не пойти в казино? Но я играл не в кости, получается, а играл в дурака, то есть карты. Как это было, вы в принципе сейчас можете посмотреть. Играл я, пацаны, все деньги, поэтому я думаю, эта серия заслуживает лайка. Давайте на этой серии наберем 50 лайков. Ну и также не забывайте подписываться на канал. Давайте постараемся до лета набрать 16 тысяч подписчиков. Желаю вам приятного просмотра, погнали.
this far, don't stop now. Reaching for a distant star, don't stop now. Isn't it strange to have a safe at home? To the counting days until the second blow. If you're gonna make a change, you have to let me know. Turn the shit around, just out of top the lows. It's all you need to do. Ну что ж, вот такая вот получилась серия. Я почти проиграл все свои деньги. Я буквально играл на последний миллион просто. 10 тысяч фишек, пацаны, это если что 1 миллион. Я играл просто на последние деньги, но в итоге мне удалось отбить хотя бы миллион. В итоге я проиграл 2 миллиона, но я, честно, не расстроен. Раньше, я помню, тоже ходил в казино, играл в карты и там поднимал до 10 миллионов, даже больше, пацаны. Но, видимо, мой скилл как бы немножко пропал, поэтому нужно будет на маленькие ставочки поиграть, разыграться, потом уже играть на большие. Возможно, буду стримы делать на родине, где мы будем, в принципе, ходить в казино и играть в карты, либо там ездить на дерби. Я думаю, это будет прикольно. Если вы хотите этого, пацаны, то поставьте лайк и напишите в комментариях. Ну, на этом я буду заканчивать. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить, и ждите новых серий. Всем пока-пока.